Всем привет! Мы идем с моря. Там Ярик меня догоняет. Вот здесь вот классный дом с бассейном сразу. У нас нет бассейна. Ярик, блин, истерил, на море просился. Два раза искупнулся, ну, все вылез. Приняли душ. Сейчас я вот приготовила вещи, одену. Денис моется и пойдем. Взяли в столовку игрушки попользоваться. Эрик, ты что такое взял? Ты лошадка какая-то? С каретой, да? Могу. А где ты взял? Там? А тебе разрешили это взять? Да? А кто тебе разрешил? Дядя. Какой дядя? А это кто? Мишка. А где ты его взял? Тоже там? Тоже там, да, взял. Какой молодец, самостоятельный. А Ярик, а вот это кто? Кто это? Кто это? Как называется? Буду. Кто? Дядя. А? Дядя. Как это дядя? Это фламинго. Дядя. Фламинго. Дядя. Он почему-то все круги называет Гага. Видимо, Гага! Это Гага? Видимо, то, что плавает. Гага! Как уточки, он называет Гага. Гага! Это тоже Гага? Гага, Гага. Ну, Гага, да Гага. Гага. Но это, Ярик, не наш. Гага! Гага? Ну, ладно. Гага. Иди Мишку на место посади. Гага! Слово второе, мы ходим. Жарище невыносимо. Даже местные говорят, что-то говорят, жарко. Салатики всякие. Здесь компот. Пюре был кто? Что еще раз? Пюре и голубец. Борщ. Пюре с голубцом. Это нам на двоих тортик. Хлеб. У Дениса макароны с тефтелем. Ярик булку точит. Сок надо, а ты двумя ручками держи, ладно? Чтоб не разлить, крепко держи. Вот такой обед. Вышло у нас на 389 рублей. Сегодня скромный. Ну все, мы пообедали. Денис ушел, Ярик. Он раскапризничался. Я когда ела, сейчас тоже пошла их искать. Он там гуляет. Ярик наказывал нас. Что ты его наказал? Я его он сидит такой. А? Офигеть. Я отругал его, конечно. Сразу такой паник весь. А где они могут? Вести себя не умеет. Нормально все? Не обижаешься? Не обижаешься на папу? Пить будешь? Давай кепочку оденем. Вести себя не умеет. Общественных местах. Видишь, обиделся сидит. Где вот в банкомат деньги сними? Обиделся сидит. Ножками пойдешь с папой? Пойдешь ножками? Давай, иди. А как песенка называется? Сейчас. Как песенка называется? Как называется? Биби. Биби? Ты попрыгушка. Скажу по секрету. Игрушка моя. Он смотрит, чтобы ты не отставал. Биби, поехали кататься. Биби-ка за нами не угнаться. Все, Ярик поспал. Я тоже маленько с ним вздремнула. Он сейчас нашел, я ему раскраски новые купила. Разукрашивает. Сейчас перекусит Ярик. И мы хотим сходить на море, маленько поплавать. На Розы хутор мы сегодня не поедем. Что-то посмотрели расписание, очень поздно сегодня идет оно, и, короче, решили в другой день. А я что-то посмотрела, мы, наверное, с Яриком вообще не поедем.
Денис, наверное, поедет с мамами. Посмотрим еще, подумаем. Не знаем, что делать. А Денис с Дашей уехали в Сочи парк на аттракционы. Прямо они так что-то захотели туда. Экстримы им подавай. А мы вот поспали. Сейчас пойдем на море, лучше поплаваем. Потом пойдем гулять. Тут по рынку погуляем, маленько по городку, поэтому. Вот. Что-нибудь, может, прикупим Ярику. Да и так какие-нибудь подарочки. Общем, смотрите, хочу показать немного покупки. Вот купила вот такой костюм Ярику. Утепленный. Он идет вот с такой штукой там. Штанишки и олимпийка. Вот. Специи мы взяли с собой. Сейчас покажу. Вот. Они тут разные. Для шашлыка, для курицы, для рыбы, для плова, для харчо. Универсальное жаркое для бульона, для супа и борща, для фарша и аджика с орехами. Получается, вот три таких штуки 100 рублей. Я тогда уберу. Угу. Вот такие специи мы купили. Купили два чая, два вида. Вот. Это детский какой-то, а это фруктовый. Или наоборот. Наоборот, вот это детский, а это другой там. Не помню, как называется. Купили домой две кружки одинаковые. Вот такие вот Сочи написано. Смишка, зайка, тигр. Две таких кружки. Еще мама моя купила Ярику костюм. Шортки мы уже одели. Дай мама встанет. Сейчас покажу. Подождите, у нас бардак, блин. Вот. Такая вот футболка. Сочи написано с мишками. И шортики на нем уже. Аккуратно. 500 рублей такой костюм стоит. Давай подую. Все. Такая кружка стоит 130 рублей одна штучка. Чай. Вот такая упаковка 150 рублей. Не знаю по весу сколько тут примерно. Не могу сказать. Получается 300 рублей у нас вышло вот две баночки. Специи по 100 рублей 3 штуки. Так. Костюм 1300 сторговались. Так они по 1500. Что мы еще купили? Мы еще что-то покупали? Пока вроде нет. А, дельфина. Где дельфин твой? Где твой дельфин? Вон на кресле. На кресле лежит. Неси скорее. Сейчас покажу. Неси скорее, на кресле лежит. Сейчас Ярик принесет. Увидел? Это нам вторая бабушка подарила. Вот такого дельфинчика. Игрушку Ярику. Дядя. Нет, бабушка купила. Баба купила. И сейчас мы еще пойдем с Яриком. Футболку хочу какую-нибудь ему купить. Футболочку там или еще что-нибудь, какие-нибудь сувенирчики. Вот сейчас пойдем на рынок. В общем, ладно, до встречи. У нас еще покупочки. Купили вот футболку Ярику вот такую. Две, вернее, футболки. И маечку с трусиками. Трусики вот такие, боксеры. И вот такая маечка. Этот комплект стоит 350. И футболки по 200 рублей. Что, разукрашивать будем? Мы же пойдем кашу делать сейчас. Кашу будешь? Сейчас пойдем делать. Я хотела показать, что мы купили. А Денис у нас до сих пор не приехал. Вместе маме красить? Что маме разукрашивать? Слоника? А ты будешь репку? Да? Все, мы распределили раскраски. Сходили сегодня, вот в магните купили по 20 рублей. А то он тут всю измазюкал. Смотрите, как разукрашиваю я и как разукрашивает Ярик. Каляку-маляку, да, рисует? Как в поезде девочки сказали. Каляка-маляка? В общем, вот так мы проводим время вечером. Разукрашиваем раскраски. Сейчас пойдем на улицу. Пока я кашу делаю, Ярик там погуляет, поиграет. Там еще ребятки есть. Кстати, с детьми сегодня. Не сегодня, в этот сезон много очень в этом доме. То мы в прошлый раз ездили. С детьми-то мало кто был. А в этот раз много.
Вообще, Денис сказал, сейчас прокатится на последнем аттракционе и приедут. Это было полчаса назад, не знаю, может быть, уже едут обратно. Мы сейчас с Яриком пойдем кашу делать и буду спать его укладывать. И сходили хорошо, так погуляли с моей мамой. Вот. Сейчас я разукрашу. Слоника говорит, разукрашивай. Ну ладно, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Подписывайтесь на Инстаграм на мой. ВКонтакте подписывайтесь. В общем, всем пока.